Сегодня будет две истории. Одна про святого, а вторая мы просто погуляем по интересному месту. Вы верите в святых людей? Уверен, многие скажут, нет таких в наше время, просто нет. А давайте посмотрим. Дело было в Гродно, совсем недавно, пару дней назад. Да, когда выйдет ролик, я не знаю. В единственном доме номер 3 по улице 2 Трудовой начали делать ремонт. Новый владелец купил дом на аукционе и решил его сразу снести, но потом чего-то передумал, да, дом будет переделан под медцентр. Реконструкцию здания начали в марте нынешнего года, а с наступлением тепла рабочие приступили к разборке крыши. И вот что рассказывает везунчик-строитель. Заметил он под балкой какую-то коробку. Изначально не обратил внимания на нее, потому что это не первый наш объект. В этой части города находили разные коробочки, которые были. Тут ничего ценного не было. Но потом присмотрелся, потряс. Слышу, что-то гремит. Дай, думаю, посмотрю, что там такое. Открываю. Ну, и там нашел, оказывается, клад. Вот та самая коробка, и лежала она именно в этом месте. И тут же возникает несколько вопросов. Первый, как она туда попала? Второй, сколько там и чего было? И третий, почему рабочий банально ее не спрятал в карман? Давайте обо всем по порядку. Первым владельцем дома был еврей по имени Хайм. Ученые думают, что он и спрятал ценности в 1941-42 годах, по той причине, что в Гродно именно в это время было гетто. И перед отправкой туда или просто высылкой Хайм сделал этот схрон в надежде вернуться, но увы. В коробке было 23 золотые монеты Российской империи и польские, так называемые ядвиги, более 10 колец, были также именные, 2 массивных браслета, несколько слитков золота, позолоченные зубные коронки, подвеска и несколько купчих документов. Когда взвесили все золото, то вышло почти полкилограмма, представьте, полкило золота. Ученые думают, что коробку начали собирать не раньше 1937-го. Об этом говорит одна из бумаг с датой, в которую владелец завернул часть ценностей. Замечу, что это уже 24-й клад, найденный в Гродно, но это самый большой. Все, конечно же, детально опишут и заберут на оценку и экспертизу. Но на глаз люди уже прикинули, у некоторых вышло минимум 15 тысяч долларов, а у некоторых глаз другой, у них получилось 25. Но как бы там ни было, после экспертизы находку, скорее всего, признают историко-культурной ценностью и передадут государству. Но тут точно никто не сомневался. И тут помните третий вопрос, почему строитель не спрятал банально находку в карман? Меня там не было, но я думаю так. Первый вариант, он точно святой, как писали на некоторых форумах. И второй, он банально побоялся, ведь когда он ее нашел, он там был не сам, правда? А люди видели и точно бы нашептали куда надо, банально из-за зависти, а это тюрьма. Какие бы ни были у человека мысли в тот момент, но в той ситуации я уверен, что он поступил верно. Или все же нет? Кто как думает? Да, и ради справедливости уточню, по закону собственнику здания, это вот этот вот дядька, и строителю-везунчику, который нашел клад, государство должно выплатить половину его стоимости. Выходит каждому по 25%. И если брать самую маленькую оценку, то это почти по 4000 долларов. Все же лучше, чем тюрьма, не правда ли? Ну что, посмотрим, как раньше люди жили. Заброшка. Это уже руины, а не заброшка. Почему так? Да кто его знает. Ничто в жизни не вечно. Будем надеяться, что люди стали жить лучше и просто переехали. Ну, а вот здесь сперли все. Кто? Понимаю, вы знаете, мародеры. Хотя реально сперли соседи. Никто издали-то не приехал. Я вам открою секрет. Я всю жизнь живу в селе. Самое, что ни на есть ценное, сразу тырят соседи. Соседи. А потом уже все, кому не лень. Домик был старый, смотрите. Зайти туда или не зайти туда. О, там уже чего-то упало. Уже нет куда заходить. Хоть ты, ну ты, высадился
полные штаны храбрости. Сосед так смотрел, бинокль достал. Думает, кто же там приехал? Я же все спер. Кто же там еще? Походу, это был какой-то музыкальный центр. Да? Так в доме и остался. А, не, если он здесь лежит, значит, он был на чердаке. Логично? С чердаком и свалился. В принципе, да. Когда все завалилось. Это нельзя считать заброшкой. О, кто-то сок набирает. Ну, сок мы трогать не будем. И никакую каку делать не будем. Цедит человек. Пускай цедит. О, какая-то штука. Печка. Это печка была, да? Нет здесь нигде берданки или пулемета Максима. Кто его знает? Так. Ага. Даже вот так, да? Вот эта штука закрывалась, открывалась. И вот так вот все играло. Ну, может, может. Пойдемте на другую сторону. А вот это вот сарайчик, смотрите какой. Мне прям по сиське. Не, есть, конечно, вариант, что у меня сиськи низко. Ну, а второй, что раньше так строили, чтобы теплее было. Все завалилось. Все с глины. Какое маленькое окошко. Так, как же пробраться в дом? Попадет по башке или не попадет? Понимаю, хайтеры скажут, да тебе какая разница, у тебя там вакуум. Оно-то так, но неприятно, прическу же испортит. Нет, это не стена упала, это какая-то такая маленькая комната. А там все вот так вот, как в фильме ужасов. Видали, да? Стрёмно. Так. А здесь чего? Вот так вот, смотрите. По таким местам лучше в одиночку не ходите. Понимаю, кто-то скажет. Так ты же ходишь. Так, ну, тут два объяснения. Одно, я больной, как многие пишут. А второе... Я большой. Мне сразу пришибить-то, в принципе, не должно. А там кто его знает? Дом, походу, старый. Но все украли. Кто? Правильно, соседи-мародеры. Оп-оп-оп. А здесь вот так вот. Ах. Да, чуток бы раньше сюда попасть, а так все накрыло, потолок упал, пол, походу, глина. Значит, там есть монитосины. Может, есть, конечно, смысл поискать под окнами, но я так никогда не искал. Вот такие вот штуки часто падают на голову. Джбок! Вот смотрите с этой стороны, если смотреть, как стена упала, вот короб с окна, вот еще один, и вот бах, и балка верхняя вылетела. Это та, на которой крыша стояла. Представьте, от удара отлетело на сколько? От стены. И вот вам окно лежит. Вот. Ой. Вот, я так понимаю, здесь вот, да, под окном можно и искать. А вон второе. Подоконник вообще вырвало. Можно даже взять и поднять, и посмотреть, что нет там монитосин-то, а? Вот окно развалилось.
Есть здесь смысл походить снайперкой? О, а вот ставни с окна. От удара шмяк. Оттуда полетели сюда яблоньки, под которыми когда-то дети бегали. А теперь кусты. Ну, по идее, должен кто-то уже бежать с вилами. Один не должен, потому что я большой. Сосед должен был позвать соседа и сказать: там какой-то кабан лазит. И должны бежать уже сюда. Ща будет мордобой. Были ли у меня такие ситуации в жизни? Конечно же, были. Я делаю устрашающее лицо. Глаза мне начинают дергаться. Говорю: ты что хотел? Мне разрешили. Во, смотрите, какая груша старая. Никто еще и не спилит. Интересно, здесь есть смысл походить, попикать? Или нет? Это, походу, был сад. Ну, вот как-то так. Такой карманчик. Похожу, приеду. С этой стороны все выглядит вот так вот. Грустно в таких местах. Но интересно. Спасибо, что потратили свое время. Если что не так, пишите, будем исправлять. И помните, живем только раз. Так что не тратьте свое время по пустякам. Берегите себя и своих родных. До новых встреч на канале. Пока-пока. Еще увидимся. Ну а хайтерам полон рот компосту. Во какая эпичная куча.